время перестраивается. Успокойтесь, я сейчас все объясню. Итак, друзья, поверните все буковки к нам лицом, сюда, чтобы мы видели, у кого какая буковка. Правый стол. Интересно, а почему дружка и дружок в одной команде? Мы помогаем. Что, правда? Да. Да ты что, дружат, ну это капец. Ладно, хорошо, друзья, расскажу правила. Ну, вы, наверное, уже все догадываетесь, да? Я буду вам задавать вопросы, загадки. Вы будете отгадывать их и выстраивать с этих букв слово. Выстраиваете слово вот здесь, чтобы наша уважаемая публика это все видела. Какая команда быстрее выстроит, та и победила. Готовы? Ну что ж, поехали. Внимание всем. Появлению девы был Адам, конечно, рад. Но за яблоко теперь он не допущен в райский... сад. Быстро-быстро перестроились. Все. Ну молодцы, молодцы. Так, дружок, что ты там потерялся, да? Борозды правления, как всегда, женщина берет, да? А ну бери в руки ситуацию. Бурные аплодисменты этой команде, молодцы. Сразу видно, быстро наливают, быстро реагируют. От любви поет нам Винни, каждый день и каждый час. Только жаль, что голос тенор, а не мощный, громкий... бас! Так, так, так. Вот эта команда, да, первее? Первее? Так, ну... А, подождите, а тут саб. Ну, саб такой, конечно, да, это немножко не про голос. Молодцы, еще раз вам аплодисменты. Ну, молодцы. Так, друзья, ну соберитесь, соберитесь. Продолжаем. Все мы знаем Казанову, он влюблялся и не раз. И в амурных похождениях был непревзойденный... быстро, быстро! Ну все, я просто слов нет. Молодцы, молодцы. Вот я вам говорю, что в следующий раз не надо вам вместе быть в одной команде. Чтобы тут было, ну, как бы немножко слабенько, и тут. Тогда будет нормально. Не, ну вы еще сможете отыграться, конечно, я-то думаю. Ну что, продолжим. А давайте вместе вспомним мы Онегина сейчас. Жаль, что он тянул с признанием «Я люблю Татьяна». Они быстрее, вот прям просто, просто молодцы, молодцы. Так, продолжаем. Еще. Еще. Я думаю, от этого им только лучше станет. Это точно. Долгожданное свидание выше всяческих наград. Ведь для любящих разлука это просто сущий... Все. Ну молодцы, вы уже вот так вот на секундочку отстаете, но уже намного лучше.